Сегодня из Елены Паршиной прозвучало множество пожеланий. И не мудрено, ведь сегодня юбилей. И к этим пожеланиям присоединяется певица, композитор, продюсер, блестящая Алена Стихарева. Давайте поздравим эту замечательную, красивую женщину с красивым юбилеем. Леночка, спасибо за возможность прикоснуться к твоему творчеству. Спасибо. Пожелай мне удачи, я тебе улыбнусь. Поцелуй обозначит осеннюю грусть. Вместе с ветром неспешно растворюсь в темноте. Грусть любви неизбежна, ты всегда так хотел. Грусть любви неизбежна, ты всегда так хотел. Будь свободным, как птица, к алтарю не стремясь. Я, увы, не царица, ты как будто не князь. Пожелай мне удачи, я звездой обернусь. Сын в кроватке заплачет, я ему улыбнусь. Сын в кроватке заплачет, я ему Спасибо огромное, Леночка, еще раз с праздником!